Такая знакомая для всех, но до сих пор многим непонятная история взросления со всеми вытекающими. В театре на Спасской готовится к новой премьере «Гудбай, Берлин». Ставит спектакль молодой режиссер Александр Трясцин, который отказывается перед премьерой говорить, о чем конкретно спектакль. Он предлагает каждому зрителю после просмотра придумать свою историю. Девочки-то у вас есть? Ну, вообще-то... Да, его девушку зовут Татьяна, мою Вероника. Это вы вдвоем такие симпатичные пацаны. А, нет. В вашем возрасте ведь часто не понять, куда тянет. В основу спектакля лег роман немецкого писателя Вольфганга Херндорфа «Чик Гудбай Берлин», который называет главной подростковой книгой десятилетия. И, скорее всего, любовь читателей и зрителей по всему миру можно объяснить темой. Это классическая история взросления, которую пришлось пережить абсолютно каждому. Это лучшее лето было в его жизни, где он сформировался, где у него он пережил переходный возраст, где у него была первая встреча с девушкой, первая встреча с взрослым поколением, разные ситуации, которые влияют на его мировоззрение. Поэтому это спектакль, рассказ. Декорации в спектакле будут играть огромную роль, на них зрителей тоже просят обращать внимание. Спектакль «Гудбай, Берлин» – первая премьера театра на Спасской в этом году. И режиссер посвящает его в первую очередь юному зрителю. Хотя, добавляет и родителям, будет полезно вспомнить, что происходило с ними в подростковом возрасте и как они искали свой путь.